Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасянчик, это канал Стасянчик ТВ, и мы с тобой продолжаем проходить Genshin Impact. Я подумал, пока у меня время есть, я головоломку Бункоку сделаю. А, это... А, хорошо, это значит у нас... Немножко не посидел, и все это значит у нас вот отсюда, да? А. Так, рядышком. Хорошо. Ну, раз мы здесь, то можно будет заодно и с этими, со змеями посражаться. Ну, не со змеями, вишапами. С ящерами. Так. Я что-то столько раз в ним его пробегал и даже не обращал внимания, что у него значок с заданием. Эй, ты, Стасянчик, интересно, помнишь ли ты мое имя? Я Абе, привет, Ябе. Привет-привет, хе-хе. А ты, оказывается, не промах. Сначала сразился с Йоганом Райден, затем бросил вызов Тиме Инкономии. Так и есть. Отлично, у меня есть кое-какая информация о сокровищах, но это может быть опасно, тебе интересно? Хотя я всегда был поклонником тайны загадок, мне не нравится подвергать себя опасности. Интересно, рассказывай. Я нашел это во время патруля по Дайните Микоси. Хотя это кажется простой каменной плитой, я верю, что это ключ к поиску тайника Бункоку. Тайника Бункоку? В истории острова Ватацуми сохранилось не так много подробных описаний Бякуякоку, так что я мало что знаю об этом тайнике. Одна из версий гласит, что Бункоку был вторым премьер-министром в истории Бякуякоку. Вместе с сыном Солнца он обескровил людей тяжелыми налогами. А затем он спрятал свои сокровища в потайной комнате внутри Дайнити Микоси. В конце концов он спрятал сокровищницу, используя солнечные фантазмы, и призвал мстительных духов и злобных существ из артерии Земли, чтобы охранять ее. У Бункоку, вероятно, было... древнее имя, что-то вроде Тезея, но никто не стал подробно записывать историю презренного предателя. Давай вернемся к каменному плите. Вероятно, это ключ к открытию сокровищницы Бункоку. Я давний поклонник мистических историй и загадок. Там написано, у меня на кончике языка вертится, не Ли. На самом деле, я нашел плиту в кладовке в Дайните Микоси, а рядом с ней лежала записка, на которой рядом с древними письменами была написана расшифровка. Похоже, что все документы, написанные в переходный период, сопровождались переводом. Согласно записке, каменная плита напрямую связана с головоломкой Бункоку. Я когда извиняюсь, я вот, например, сейчас случайно ударил стол ногой, у меня микрофон зашатался, я не знаю, будут какие-то искажения или нет. Поэтому я извиняюсь. А то мало ли ты не поймешь, из-за чего. А, в ней также написано, что всего существует 8 таких плит. Пока мы нашли только одну. Согласно записям, тайная комната находится неподалеку. Вы не могли бы поискать ее? Если честно, мне плевать на сокровища. Я был бы счастлив разгадать головоломку Бункоку. Угу. У нас получается 3 плиты, да? Так, типа где-то она здесь, да? И как туда пробраться? Так. Отсюда? Я бы предположил, что отсюда, но тут просто комната. Значит, все-таки центральный остров как-то, да, связан с плитами, выходит. Ладно, а то я уж подрастроился, что придется в интернете смотреть. Так.
Остается только понять, как туда попасть. Так, вот еще одно место. Явно не здесь. Ну и чё, мы так уже круг сделали? Еще ниже, что ли? Ой. Мы сейчас к нему вернемся, да? Ну это вот лазарет. Лазарет. А, ну да, ниже, смотри, надо было сразу так нажать. Что-то я протупил. А явно ниже. Еще ниже. Ага. Это должно быть то самое место, о котором говорил и я бы. Исследуйте область, найдите подсказ. Тут рычаг есть. Эй, ты это слышал? Кажется, оттуда донесся какой-то странный шум. Там, откуда донесся звук, какой-то узор на потолке. Давай поднимемся. Повыше, да? Пойдем выше. Начинается. Паймон, кажется, что раньше здесь была стена. Должно быть, это секретный проход, который мы открыли. О. Похоже, это ключ к открытию сокровищницы. Каменная плита как раз подходит к размеру, она заполняет примерно третью часть, скорее девятую. Да, именно это я имел в виду. В общем, ты все понял. Итак, нам нужно еще 8 плит, верно? Их всего 8. Уф, ну ты зануда, я поняла. Давай поищем похожие каменные плиты. Но у нас нет никаких зацепок, мы даже не знаем, с чего начать поиски. Давай вернемся и спросим... Ябе. Хорошая идея. Раз в записке написано, что плит всего 8, то наверняка упоминается их местонахождение. Так давай спросим Ябе. Ага, а у меня 4. А, одну он дал, он же сказал, что нашел, да? И 3 у нас было, отлично. Я надеюсь, он нам скажет про местоположение, потому что я без понятия, где остальные. Вы вернулись, нашли что-нибудь? Тайная комната и правда существует. Значит, это правда? Согласно записке, остальные плиты поделены на 3 группы и спрятаны в 3 разных местах. У тебя есть карта Цуми? Я укажу нужные места. Почему ты раньше не сказал? Ну там очень опасно, без тайной комнаты туда и соваться бы не стоило. Я не мог позволить тебе отправиться во тьму из-за устроенной предками дурной шутки. Итак, плиты хранятся вот здесь. Надеюсь, я все верно понял. Так. Ага, то есть одно место мы уже изучили, явно. Так, и еще 2, да, значит. Пойдем поищем. Вот здесь, что ли? Так, не похоже, да? Да, не похоже. Значит, где-то в этой области.
Ну здесь мы были. Мы здесь одну плиту, плитку забрали. Что-то еще где-то? Давай изучим. А, да ладно. Еще вижу. А, все, да? Два из трех исследовано. Все, прекрасно. Три из трех осталось, третье. Так, а третье вот там, да? Тоже вроде там были. Но я там не думал о плитках каких-то. Нет, здесь ничего нету. Может, как раз там и где-нибудь сундук будет. Который я недополучил, так сказать. Большой сундук. Так. Ну да, мы здесь были. Естественно. Точно все. Блин, а где они у нас? А вот здесь должны быть, да? Да, 8, смотри, 8. Восемь плит. Так, возвращаемся. Сейчас, за одну минутку погодите. Так, продолжаем. Собака опять что-то начала подвывать. Так, а выше, что ли, да, все-таки? Почему-то я думал, что я опустился сильно вниз. Так, ладно. Подтвердить. Так, Пайман кажется. Так, опыт подсказывает Паймана, что нам нужно просто собрать их все, да? А, ага. Я понял. Ну-ка. Что-то пошло не так.
Понять бы еще, как рисунок выглядит. Потому что тут вот этот вот маленький кусок явно куда-то должен быть снизу. Так, ну одну мы поставили, детальку маленькую, хорошо. Нет. Нет, подожди, подожди, подожди. А как мне теперь эту вытащить? Так, если я это сейчас опущу... Ага, все, я понял. Надо вот этот кусок сюда поставить. Угу. Так, теперь надо как-то... Здесь все так повернуть. Очень замудрено, чтобы середку вставить. Блин, у меня сегодня вообще прям башка в этом плане не работает. Явно вверх. Так, так, так. Вверх у нас есть. А теперь что нам надо? Вот это походило нижнее. А, подожди, а здесь непонятно, какая нижняя левая.
Так, ну... Окей. Вот это, предположительно, должна быть здесь. Пока непонятно. Так, да? Или нет, подожди. Может, она наверху должна быть, вот здесь? Да, смотри, это так должно быть тогда. Тогда нам надо так развернуть, поменять как-то вот эти местами детальки, да? Я фиг знает, как это сделать. Не, бред какой-то выходит, подожди. О! Готово. Воюшки. Памятно было интересно, как откроется тайная комната после того, как мы соберем все плиты. Я думал, что в каменной стене откроется портал или тайной ход. Оказывается, узор превратился в настоящую дверь. Разве мы не вернемся в ту же комнату внизу? Паймен так не думает, эта дырень только что открылась с таким грохотом, наверняка здесь не все так просто. Паймен помнит, как я бы говорил, что комната была скрыта солнечными фантазмами. Давай посмотрим. Следуйте комнату. О! Каянагу. Стоп, это последний фрагмент? Почему их 9? Кроме того, где тайное сокровище Бункоку? Давай попробуем еще раз сверить с узорами наверху. Это странно, где он? Здесь дух Токойо, это Бункоку? Я не этот презренный предатель, меня зовут Каянаги. Но поскольку вам известно имя Бункоку, вы последовали за мной не с добрыми намерениями. Моему другу потребовалось столько всего прочесть и разгадать, чтобы найти тайное сокровище Бункоку. Я не позволю украсть его у меня. Нет, мы просто мимо проходили. Тогда проходите дальше. Это уже было здесь до нас.
Сокровища уже забрали. Возможно. Нет-нет-нет, если бы сокровища уже нашли, головоломка Бункоку уже была бы разгадана. О чем вы там шепчетесь? Ни о чем. В общем, давай продолжим расследование. О, портал. Нормально. Запустите еще раз устройство. Давай запустим. И чего? Что изменилось? Все готово, но что-то кажется странным. Идите появившихся духов. Это легко. Ты дурак! Ты дурак! Ты в каменной плите находишься! Это моя стихия. О, роскошный сундук. Ядро мира. О, боже мой, все, я все собрал, получается, да? Нет, возвращайся назад, там дверь была. Это еще не все. Оп. Ты кто такой? Как такое возможно? Что случилось? Как я мог напасть на своего друга? Должно быть, в меня вселился один из мстительных духов, вызванных Бункоку. Он управлял мною. Сокровище, ничто по сравнению с нашей дружбой. Я бы никогда не поддался искушению напасть на него из какого-то там сокровища. Он так сильно доверял мне, что даже пригласил меня сюда, чтобы вместе найти сокровище Бункоку. Я бы никогда... Так правда была скрыта в последнем фрагменте? А ему нужно немного побыть одному. Да уж. Давай вернемся и расскажем Ябу, что случилось. Это слияние трех миров, которое случается лишь раз в столетие. Пока я скрываю это, оно будет тайной. Я не... Что? А, последнюю деталь нашли, ну блин, как же хорошо. Всего лишь-то надо было ивент выполнить. Блин, как прям чувствовал, что надо его выполнять. Ябе, вы вернулись? Привет, как там? Ябе, меня зовут Ябе. О, когда ты уже запомнишь мое имя. Только не говори, что забыл. Зачем я тебя послал? Астасянчик просто шутит. Мы раскрыли тайну сокровища Бункоку. Вы рассказываете Ябе о произошедшем. Значит, тайна комнат, скрытая солнечными фантазмами, и правда существует. Но, кажется, случилось что-то еще. Еще комнату охраняют мстительные духи и порождение скверны, которые могут управлять сознанием. О, это так страшно. Как хорошо, что я не пошел с вами. Боишься причинить нам вред? Боюсь, что вы могли бы задать мне хорошую взбучку. В любом случае, я недоволен. А, в любом случае, я и доволен, и расстроен одновременно. Спасибо. Какой бы сложной ни казалась головоломка, все объясняется силами элементов. Так интересно. Головоломка Бункоку наконец разгадана. Я объявлю об этом по возвращению. Объявлю. Ну давайте вставим в дерево последний фрагмент. Это место очищено. Где дерево? Где? Куда его спрятали от меня? Куда? Боже мой, где дерево? Внизу, да? Вот здесь. Я уже забыл. О, да! Да! Когда в подношении врат трех миров у вас экипирована шкатулка Бакуса,
Потребление выносливости персонажей в вашем отряде уменьшается на 15%, а их скорость восстановления выносливости увеличивается на 20%. Все, это место чисто. Да. Все зачищено, вообще все, ни одного миллиметра. Я надеюсь, каждого духа мы здесь встретили, и все, просто вот-вот прям. Прям вот-вот здесь сделать практически нечего, осталось вот только вот это вот. А, только надо не отслеживать, а как, подожди, как мне войти туда? Сейчас мы прям добьем, начать испытание. А, ну, понятно, отслеживать. Только через отслеживание, понятно. Пойдемте, доделаем. Делов-то. Осталось-то спуститься и надрать кому-то жопу. Так, сейчас у меня ушко зачесалось. А, внутреннее ушко. Я надеюсь, не на время надо будет убивать, а так? Если так, то я справлюсь в любом случае. Вот если на время, то уже будет проблема. Так, ну чё? Ага. Ага, эксперт. Сразу на эксперте. Выходите, вишапы! Авишапы! Так, сразу же. Ой! Так, вопрос. А их тоже два нельзя подпускать к себе, да? Двоих. А чё это за свет? А, нет, стой, они объединены, надо, вот этого. Не, отвали. Блин. А, я понял. На солнечном луче шкатулка восстанавливается. Во, и теперь нормально. Нет, не трогай его.
Блин, этот сейчас умрет и восстановится. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, восстановился-то, смотри, а гадина какая. Этого чуть-чуть побить. Блин, ульту мне вырубил. Да. И что я получил? Все три сразу? Да, вот и выполнили. Вот мы все и выполнили. Мы молодцы. Мы красавчики. Мы нечто потрясающее. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ой, прям прекрасно. Прям обмазаться всем этим. Ну вот получается и все. Выходит, что все. С этим местом покончено. Ну, в следующий раз я не знаю пока чем займусь. Скорее всего, я займусь квестом в Ли-Юе, который у нас там идет. Ох. У нас, по идее, два, да? У нас там какие-то лабиринты создавать. И потом этот... как его называют-то? Два лабиринта и... И что? И коктейли. Ну то, что лабиринт, потом там лабиринт с Ика и как раз коктейльчики. Чего мы ждем, на самом деле, я не знаю. Сейчас, чтобы определиться, правильно? Хякуни Ныки, но он 9 дней. Глоток пьянящей мечты, это раз. Здесь, кстати, табличка дается. Табличка и декор. Шейкер, изысканная треска. Это интересно. И божественное мастерство, вот как раз. Лабиринчики. Блин, как же хорошо все доделать, а ты смотри, прям все сделано, прям. Все прям. Максимальный уровень шкатулки, максимальный. Еще 280 монет осталось, непонятно на что, непонятно куда. Здесь вот все просто, просто. Все, что можно было, просто все получили. Вот. Нет, я случайно нажал. Ладно, тогда на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Мне очень понравилось, я очень доволен. Потому что я же и проходил, поэтому мне оно и понравилось.
И всем тогда до встречи. Всем пока-пока. Да, вот получается прям все. 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 Все.